Дорогие друзья, мы в Иерусалиме. Всем привет из святого города. В Израиле идет период осенних праздников. И начался уже отсчет нового 5783 года, который берет начало по традиции от сотворения мира. Шестого, последнего дня творения мира, когда был создан первый человек Адам и начался первый день существования мира. Первый еврейский праздник осени – Рош ха-Шана, глава года. Израиль наполняется предпраздничной суетой, закупаются горы продуктов. Магазины предлагают всевозможные подарки. Почти в каждом традиционном подарке к Рош ха-Шана – баночка меда, вино, сладости. Ведь главное пожелание всем – хорошего и сладкого года. Улицы центра города тоже по-праздничному нарядны. И поспели плоды граната. Это священное растение, символ и украшение Израиля, а также предмет воплощения в искусстве. На прилавках улиц старого города тоже красуются вот такие гранаты. Праздники заходят вечером. Улицы Израиля пустеют. Это опустевшая улица, на которой стоит и наш дом. Кто-то заботится о праздничном столе, кто-то в дороге, а многие молятся в синагогах, которых в маленьком Израиле порядка 15 тысяч. А потом встречает Рош ха-Шана за очень символичным столом, трапеза за которым начинается с благословения. Это дом наших соседей, в котором ждут гостей. Как видите, их будет немало. Горят свечи. Традиционными блюдами на Рош ха-Шана считается все, что напоминает о красоте и совершенстве мира, сотворенного Создателем. Еще не все традиционные праздничные блюда на столе, но вино, яблоки с медом и праздничный хлеб хала под салфеткой уже стоят для благословений. Зерна граната – символ множества добрых дел. И, конечно же, финики, чтобы год был мирным и спокойным. Как всем это нужно сейчас? И, конечно же, рыба с головой и хвостом. Голова, которая символизирует пожелание быть во главе, а не хвосте. Кружочки моркови – символ достатка. И все желают друг друга хорошего и сладкого Нового года. Сегодня седьмой день еврейского Нового года. В первые два дня по Израилю неслись звуки шофаров, потому что это заповедь из Торы – слушать звуки шофара в этот праздник. Библейский праздник назывался Днем Трубления, но Рош ха-Шана – более поздняя традиция. И каждый праведный еврей должен услышать до 100 звуков в исполнении заповеди. Но Паша не сказал, что такое шофар. А может быть, не все знают, что это такое. Это музыкальный инструмент, выполненный из рога антилопы или рога барана, кошерного животного. Но далеко не всякий рог есть шофар. Например, рог тельца, быка, не может быть шофаром. А знаете почему? Из-за золотого тельца, которого отлили евреи в свое время на горе Синай. Итак, слушать звуки шофара нужно только наяву. Не так, как я слушала в записи. Но дело в том, что из-за записи у меня была возможность слушать самое лучшее, самое красивое исполнение этого звука. И это действительно потрясающе, это действительно трепетно, это действительно берет за душу. Звук шофара – это крик радости, это крик горя, и это плач, плач женщины и ребенка. И вот такие звуки нужно слушать обязательно в Рош ха-Шана. Звук шофара звучал до бесконечности на Синае, когда Моисей получал скрижали завета. Звук шофара звучал при коронации еврейских царей. И каждый год, слушая звук шофара, евреи коронуют на царство над собой Всевышнего.
Дорогие друзья, не могу пройти мимо этого деревца с совершенно очаровательными плодиками. Таких здесь деревьев всего три, под номерами 94, 96 и 98. Это магнолия. Пройти мимо совершенно невозможно. Мы в центре современного Иерусалима, и я выхожу к знаменитой исторической улице Кинг-Джордж, которая была основана в 1924 году в честь английского короля Георга V. Интересно, что за этой улицей прижилось именно английское название Кинг-Джордж, а не так, как это звучит на иврите Мелех Джордж. В конце улицы Кинг-Джордж особо выделяются два здания. Это здание Иерусалимской Большой Синагоги и Гейхал Шлома. Гейхал Шлома означает «дворец Соломона». Когда мы слышим «дворец Соломона», мы представляем сразу царя Соломона, да? И можно подумать, что это здание посвящено именно еврейскому царю Соломону. Но это не так. Это здание посвятили памяти Шлома Вольфсона, основоположник, основателя еврейской семьи меценатов Вольфсонов. И дело в том, что эти два здания построены на средства этой семьи. Итак, Гейхал Шлома. Первое здание было построено в 1958 году. Еще в 20-е годы прошлого столетия раввины решили, что Иерусалиму нужна еще одна синагога. 1958 год. Появилось здание Гейхал Шлома, дворец Соломона. В нем разместили главный раввинат и раввинатский суд. И также была небольшая синагога, куда перевезли в 1950 году из итальянского города Падуя, из синагоги, ковчег со свитком Торы, который был изготовлен в 1728 году. Сейчас в этом здании музей еврейского искусства имени мецената Ицхака Вольфсона, с уникальными экспонатами, собранными со всего мира. А когда же появилось второе здание? К началу 80-х годов небольшой синагоге в Гейхал Шлома стало недоставать места для всех приходящих туда. И в 1982 году появилось вот это здание, Большая Иерусалимская синагога. Строительство финансировал Ицхак Вольфсон. Она посвящена памяти миллионов евреев, погибших в Холокосте, а также погибшим солдатам армии обороны Израиля. Посмотрите на архитектуру синагоги. Она напоминает святая святых второго Иерусалимского храма. Давайте поднимем взгляд наверх на два каменных прямоугольника. Это скрижали завета. А украшение входа в здание напоминает ячейки для драгоценных камней Хошена, нагрудного украшения древнего первосвященника, которых было 12. Наш путь продолжается. Идем мы к центру этой площади. Кому-то красный цвет светофора не помеха, но мы ждем вместе со всеми. Кинг-Джордж выходит на эту площадь. Это Французская площадь, или Парижская площадь, или площадь Франции, или площадь Парижа. Обратите внимание на этот фонтан. Этот фонтан был подарен в 2007 году Иерусалиму, именно на эту площадь. Кстати, до этого ожидали маленькую Эйфелеву башню 27 метров. Но почему-то, по неизвестным причинам,
вместо маленькой Эйфелевой башни сюда прибыл вот этот фонтан. Кстати, это уже второй фонтан на этой площади. Первый фонтан демонтировали в 1990 году. По интересной причине. Дело в том, что его струны были не очень хорошо отрегулированы, и периодически он обдавал водой проходящих мимо. Некоторых это веселило, а некоторых приводило в ярость. Эдакая фонтан-шутиха. Гостиница «Прима Кинг» уже 25 лет с нашего приезда в Иерусалим радует нас гирляндами герани, свисающей с балконов. Правда, живой роскоши за лето поубавилось, но это исправимо. Скоро похолодает, герань обрадуется, приободрится и пойдет в рост. Здание колледжа «Террасанта» построено в 1927 году архитектором Антонио Барлуцци. После 1948 года здесь располагались факультеты Еврейского университета. В настоящее время здание снова находится в собственности Ордена Святого Франциска. На Французскую площадь выходит несколько улиц. Одна из них – улица Кинг-Джордж и улица Агрон, по которой мы пойдем в сторону старого города Иерусалима. Звучит музыка из машины предвыборной агитации. В Израиле скоро выборы. На улице Агрон обращает на себя внимание здание круглой формы. Это монастырь сестер Розария, католический монастырь. К сожалению, он редко бывает открыт для посещения, вот и сегодня закрыт. Прямо напротив католического монастыря раскинулся широко парк независимости города Иерусалима. Рядом с деревом смоковницей находится баннер мэрии Иерусалима, в котором лев, геральдический символ города Иерусалима, держит плод граната. Это новогоднее поздравление с еврейским Новым годом от мэрии Иерусалима. Велосипеды нас преследуют повсюду, начиная с города Тель-Авив. Вот в Иерусалиме тоже можно взять на прокат вот такой велосипед электро. А позади меня находится самый современный фешенебельный отель города Иерусалима Вальдорф Астория. На месте исторического отеля Палас, самого роскошного отеля Иерусалима конца 20-х годов прошлого столетия. Как видите, фасад Паласа сохранен. Просто представьте, сохранили фасад. Напротив здания Вальдорф Астория находится древнее мусульманское кладбище Мамила, о котором тоже мы говорили в сюжете о Мамиле. Кто интересуется, может посмотреть. Это вход, торговый променад Мамила, который ведет прямо к Явским воротам. А правее меня, вот прямо позади меня сейчас, находится известный отель «Цитадель Давида», бывший «Хилтон».
один из самых дорогих тоже отелей Иерусалима. Мы не пошли через торговый променад, а пошли немножко стороной. И вот обратите внимание, уже подготовлена сука или куща к последующему празднику Суккот. Рош-Ашана – первый праздник осени. За ним день всепрощения Йом-Кипур. А после праздник Кущи – Суккот. По еврейской традиции в Рош-Ашана Господь судит этот мир. То есть идет высший суд над человечеством. И каждому дается его будущая судьба на этот год, на последующий, вернее, год. Но есть 10 дней. 10 дней, они называются 10 дней трепета перед Йом-Кипур. Йом-Кипур – судный день, день всепрощения. И за эти 10 дней еще можно покаяться и вымолить у Господа прощение. Поэтому в течение этих 10 дней идут серьезные покаянные молитвы, слихот. Множественное от слова слиха – прости. В старом городе у Стены Плача проходят 14 покаянных ночных молитв. За неделю до Рош-Ашана и неделю после Рош-Ашана перед судным днем. Куда собираются десятки тысяч людей на покаянные молитвы, потому что есть еще небольшой период времени от Рош-Ашана до Йом-Кипур, когда можно еще все исправить. Йом-Кипур – день 25-часового поста без еды и питья. Пост соблюдают очень многие. Традиции в еврейском народе сильны. А это вход в деревню. Хорошая деревенька, не правда ли? Это деревня или поселок Давида. 200 роскошных апартаментов почти у стен старого города. Большинство их хозяев появляются здесь нечасто. Как правило, к осенним еврейским праздникам и к празднику Песах. Мы возвращаемся на улицу Ицхака Кари и приближаемся к стенам старого города. Стены старого города построены были в 16 веке во время правления султана Сулеймана Великолепного. А прямо у подножья стен расположился Тедди Парк. Это парк памяти одного из мэров Иерусалима, Тедди Колика, который занимал этот пост 27 лет и сделал очень много для развития города. На улице выше 30 градусов тепла. Этим детям, беззаботно плескающимся в воде, можно позавидовать. А чуть дальше, в центре парка, расположен светомузыкальный фонтан Хассенфельда. Вот там-то раздолье. 250 струй фонтана работают по расписанию. И дети весело резвятся, бегая по дорожкам в их струях. А старый город все ближе. Он расположен на холме. Лестница ведет к площади Уявских ворот. Входим через проем в стене, появившийся в конце 19 века для торжественного въезда кайзера Германии Вильгельма II. По-прежнему призывно пестрят товарами торговые точки, камни древних цитаделей, нагретые солнцем, мирно отдыхают. Мы сегодня идем в еврейский квартал. И здесь гранаты. Квартал практически полностью был отстроен уже в 70-е годы прошлого столетия.
Внизу вы видите одну из древнейших улиц Иерусалима. Это торговая улица Карда. Ее обнаружили во время обширных раскопок после шестидневной войны 1967 года, когда разрушенный еврейский квартал стал возрождаться вновь. Шафар. И это тоже. Мы не будем останавливаться у интересных объектов квартала. А их здесь немало. Сегодня просто проникнемся особой атмосферой, царящей здесь. У синагоги Хурва активно строят большую кущу. Ведь скоро Суккот, а евреям заповедано в это время жить в шалашах. Такого веселья мы совсем не ожидали. К поющим и танцующим присоединялось все больше и больше просто зевак и активно участвующих. Пение прославляет Всевышнего, Иерусалим и народ Израиля. У стены плача настроение совсем другое. На этом месте стояли два храма. Храм Соломона и храм Зарававеля. Стена плача – единственный уцелевший фрагмент стены храмовой горы после разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры. От той самой стены мы видим только несколько рядов древних каменных глыб, которые уходят вглубь. Всем известна традиция вкладывать записки с просьбами к Богу в стену плача. И их собирается неисчислимое множество. А можете себе представить, что почта Израиля получает много писем с адресатом «Иерусалим Богу», «Моему любимому Богу», «Небеса Всевышнему» и так далее. Подобные письма передаются к стене плаща. А куда же еще? У многих возникает вопрос, а как поступают с записками? Куда они деваются? Сжигают? Что с ним происходит? Два раза в году перед Песохом и перед Рош Ашана все записки достают из стены. Собрав все, записки хоронят на Масличной горе в специальной генизе для текстов с упоминанием имени Бога. Дорогие друзья, время сейчас очень тревожное, но хочется, чтобы как можно чаще появлялся у всех и у каждого повод для радости и веселья. Подписывайтесь на наш канал, ждем ваших комментариев и лайков. У нас на канале под любым видео теперь появилась новая возможность поблагодарить авторов под названием «Суперспасибо». Нажав на сердечко под видео, вы можете одноразово поблагодарить авторов канала своим платным комментарием. Всем огромный привет из Иерусалима! И в заключение соло-гитариста на улице Яффа.